Здравствуйте! Сегодня у нас дополнение для Helios MHD Second Encounter «Легенда о звере». Итак, давайте посмотрим, что же это за зверь такой. На самом деле я играл уже в это на старте. Здесь всего три уровня. И к ним, разумеется, есть вопросы. Но в целом они неплохие. Итак, в этой первой области мы просто уничтожаем безголовых солдат. Здесь газы должны еще быть. В целом ничего сложного. Так, это должно быть все на текущий момент. Вот за этой стеной наш первый секрет. Мы можем ее толкнуть, чтобы получить вот эти предметы. И чтобы закончить этот уровень, нам нужно нажать на два рычага, один из которых находится за этими воротами. Помимо рычага здесь еще вот такая деревушка. Ну и здесь нас будет ждать первая проблема. Собственно, вот одна из этих проблем прошипела только что. А у нас только один револьвер. Так что сделаем вещи гораздо проще, подобрав вот здесь второй револьвер. Здесь еще... А, вот они появились. Довольно странный спаун. Это было опасно, ну да ладно. Ну, разумеется, вот таким вот образом убивать скорпионов мы не будем. А лучше пройдем на другую сторону деревни, на дальнюю. Используя домики как укрытие. Периодически их можно, конечно, так подстреливать, чтобы потом было проще. Тут практически в свободной манере разгуливают наты, камикадзе. Некоторые появляются прямо из-за угла. В особо открытых местах, например, вот в таких, можно с помощью револьверов немножко ошеломить скорпиона, чтобы он перестал стрелять, и это дает нам некоторое окно для того, чтобы двигаться вперед. Я покажу, если выдастся момент. Вот, например, сейчас нам нужно, он неудачно встал. Ну да ладно. Вот эту стену мы можем толкнуть, чтобы получить дробовик, который мы как раз таки используем, чтобы убить скорпионов. Нам нужно лишь, используя домики, подобраться к ним поближе. Вот как раз таки он в хорошей позиции, между прочим. Вот и все. Еще один. Нам нужно перебежать эту местность. Это как раз то, о чем я говорил. Мы его оглушили немножко и свободно прошли. Это, конечно, происходит с некоторым шансом, но тем не менее. Таким образом можно избежать достаточно много урона.
На данном этапе это все. Еще немного погуляем по деревне, чтобы появились все враги. А так этот рычаг вызовет еще пару скелетов и пару скорпионов. Ну и, конечно же, кучу безголовых. Представьте это без секретного дробовика. Особенно для не самых умелых игроков, сам, скажем так. Как только здесь безголовые закончится, ой-ой-ой, это было неудачно. Ну ладно. Так вот, когда безголовые закончится, камикадзе, можно будет уже двигаться вон на того скорпиона. Я полагаю, а нет, еще один где-то. Ладно, потом догоним. Думаю, нам надо найти два камикадзе. Он сам меня нашел. Замечательно. Так, и второй скорпион находится вот здесь. Немножко неудобно с ним сражаться на такой открытой территории. Я предлагаю подождать, пока он подберется сюда поближе. В принципе, так достаточно, я думаю. Отлично. Так, это должно быть. Да, это все здесь. Ну и мы можем двигаться в следующий дворик. Только сначала возьмем третий секрет на этом уровне. Хотя здесь. Вот в этом углу лежит аптечка, которая почему-то делает вот так. Но... это серьезный Сэм, и секреты тоже должны быть серьезными. Так, вторая деревушка расположена напротив той, в которой мы были только что. Она выглядит более сочно, потому что ее жителям повезло больше. Среди их деревни есть река. Правда, они мне все равно не рады. И, разумеется, здесь тоже есть скорпионы, которому мы отберемся примерно так же. Бегаем вот таким же образом, пытаясь его оглушить.
Амикадзе очень сильно помешал. Я бы успел пробежать, пока Скорпион приходил к себе. Ну да ладно. Убежало слишком много солдат. Предлагаю от них прямо сейчас избавиться. Потому что других вариантов-то особо нет. Ненавижу, когда они так делают. Наш шанс на выживание резко сократились. Уж здесь не так много здоровья на самом-то деле. Пробегать опасно, потому что Скорпион нас просто уничтожит. Поэтому да, придется его аккуратненько выцеливать вот таким вот скучным образом. Да, ситуация такая себе. Ладно, будем надеяться, что второй Скорпион нас не заметит пока что. Потом камешки есть полба. Уже чипал. А, нет, Скорпион нас заметил. Здесь прям много солдат безголовых. Я думаю, те, кто видели Сириуса Мальфа, догадываются почему. Попробуем все-таки убрать этого Скорпиона. По дороге подлечившись. Вот он как раз. Еще есть солдаты живые, кажется. Так, ну это вроде бы все пока что. А нет, вот еще дружище бежит. Итак, прежде чем нажмем рычаг, следуем-ка вот этот вот секрет под мостом. Довольно вовремя нужно прыгнуть. Да, примерно так. Ну и, соответственно, обратно. Я предпочитаю спускаться и... Да. Тут очень легко можно помереть, не рассчитав тайминг. Ну да ладно, мы справились. Это был, кстати, последний секрет на уровне. Дергаем рычаг. Итак, сейчас должны появиться еще ребята. Они не спешат. О, ладно, забыли.
еще один скорпион, разумеется. И куча солдат. Не особо есть что говорить в этом моменте, просто. Просто всех убивают. Кто шевелится. Что вы такие внезапные? Правда, скорпиона не видно. А нет, вот он. Да, он все еще там. Это появляется здесь. Так, ну и он отходит. Этот умный. Держит дистанцию. Ему это не помогло, но тем не менее. Итак. Так, это все на данном этапе должны быть. Остальные в центральном дворике. Сейчас мы в этих строениях возьмем немного ресурсов. И после того, как мы возьмем вот этот дробовик, мы бежим прямо вот сюда. Потому что сейчас появится много-много скелетов, и за ними будет зумбул. Я предпочитаю некоторое время держать живым, чтобы он пускал свои ракеты, разумеется, и они попадали по скелетам. Вот сейчас-то плохо получается. Ой-ой. Он еще и по мне попадает. Ладно. Закончим его бесполезное для нас существование. Или должен быть почти мертв. Ну-ка. Сейчас точно. Ну это должно быть все. Это вот выход, разумеется, и да, мы никого не забыли. Просто направляемся к выходу. Ну, собственно, да, вот такой вот был первый уровень Легенды о звере. В принципе, да, неудивительно, почему дополнение получило так много негодования, скажем так. Но, тем не менее, при должной сноровке можно на нем поиграть так, чтобы даже удовольствие с этого получить. А это немножко нетипичный для... Ну как немножко, это совсем нетипичный для Serious Sam стиль игры. И тот, кто его не понял, разумеется, да, пошел жаловаться. Но, тем не менее, если для вас вот это вот было слишком сложно, ну,
до сих пор в игре есть уровень турист, как бы. Там можно вообще просто с ножом бегать, резать этих скорпионов, и они практически вам ничего не делают. Еще и здоровье восстанавливается, красота же. Ну да ладно, если серьезно, то такое вот относительно тактический. Это, конечно, садизм абсолютно, заставлять вас не совсем эффективным или недальнобойным оружием против скорпионов на такой дистанции. Но опять же, тут надо просто немножко подумать, а как можно вот эту всю проблему решить. Подумать немного. Ну да. Не всем это по зубам, но тем не менее. А, ну, также еще стоит отметить, что это ремейк первого уровня из Сириусом Альфа, поэтому тут так много солдат. Вот, то есть они добавили туда несколько новых врагов, подтянули графику, в принципе, прикольно. Следующие два уровня, соответственно, тоже из Альфы. Ну да? Я думаю, периодически на канале будут появляться их прохождения. Не то чтобы прям я испытываю гигантское удовольствие, играя в них, но в этих уровнях что-то есть. Я буду рад их пройти назад. Ну да ладно. Огромное спасибо за просмотр и всего хорошего.